Одна из лучших профессий в мире – это, пожалуй, фотограф дикой природы. У них есть возможность увидеть животных в их естественной среде обитания, а иногда они становятся свидетелями таких историй, которые, кажется, не могут произойти в реальной жизни. Если бы не фотографии, которые могут подтвердить их слова, вряд ли бы им кто-то поверил. Эта история произошла в Ботсване, в Африке. Эван Шиллер и Лиза Хольцварт стали свидетелями невероятной ситуации и запечатлели ее на своих фотографиях. Для малыша бабуина произошедшая ситуация могла бы стать причиной смерти. Но, к счастью, все пошло не так, как обычно. История началась с того, что львица напала на стаю бабуинов. Она убила одну из обезьян, схватила ее в зубы и уже понесла в свое логово, чтобы съесть. Но она не заметила, что за маму обезьяну цеплялся маленький детеныш бабуин. Когда у малыша закончились силы, он спрыгнул и попытался забраться на дерево, но он был слишком слаб. И тут львица заметила его и подошла ближе. Фотографы испугались, ведь они предположили, что эта история закончится печально. Но тут случилось чудо. Вместо того, чтобы убить его, львица стала изучать малыша, а затем начала очень ласково играть с ним. Фотографы в этот момент были очень взволнованы. Они переживали, что львица просто играется со своей жертвой, и вскоре эти игры закончатся печально. Но, на удивление, львица была очень нежна с малышом. Спустя время она взяла его в зубы и унесла. А дальше произошла история, которая достойна попасть в книгу джунглей. Лиза и Эван думают, что у львицы просто включился материнский инстинкт. Малыш-бабуин чувствовал себя в ее компании очень хорошо. Львица заботилась о нем и относилась очень ласково. А когда появился лев, львица встала и отогнала его. А в это время за произошедшей ситуацией наблюдал настоящий отец маленького бабуина. Он сидел на дереве и выжидал удачного момента, чтобы спасти своего малыша. Когда львица немного отвлеклась, он быстро спустился с дерева, схватил маленькую обезьянку и тут же вскарабкался обратно. Наверное, этот малыш родился под счастливой звездой. Вначале его спасла львица, а затем собственный отец. Удивительно, как много людям еще надо узнать о дикой природе. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.